Я приветствую вас. В прошлых видео мы начали вас знакомить с сервисами Института защиты семян, фитоэкспертиза, как правильно настроить протравочную машину, как оценить качество обработки семян. А сейчас я бы хотел познакомить вас с еще одной функцией Института – образовательной. Это лаборатория доказательства эффективности, в которой на регулярной основе проходят обучение специалистов, и здесь мы демонстрируем работу средств защиты семян, влияние их на молодые растения при помощи вот таких контейнеров, в которых насыпана земля с полей, и они выращиваются в климатических камерах, с помощью которых мы создаем условия, максимально приближенные к полям, и демонстрируем, как растения будут развиваться весной. Также здесь есть постоянные демонстрационные материалы, залитые в эпоксидную смолу. Например, вот этот. Здесь залито растение сои, которое было поражено резоктониозом. С помощью таких материалов можно познакомиться с симптомами многих болезней. В полях не всегда есть возможность провести правильный учет, оценить работу препаратов с физиологическим эффектом, который влияет на развитие корневой системы. У нас есть вот такой материал, корни, которые растут в стаканах. И помимо этого, мы здесь проводим научные исследования. Вот этот прибор называется RUSCANNER, с помощью которого мы сканируем корневую систему в двух плоскостях. Этот прибор оцифровывает наши результаты и выдает данные о длине всей корневой системы, о количестве корневых волосков, о их диаметре, которые в дальнейшем позволяют оценить работу средств защиты семян. Если вы хотите погрузиться в мир защиты семян, мы приглашаем вас в институт на обучение. Но мы понимаем, что не все могут приехать из разных регионов нашей страны, поэтому наше обучение вышло на новый уровень. У нас есть оборудованная видеостудия, которая позволяет выходить в онлайн-эфиры, повышать квалификацию сотрудников аграрного сектора.